Двигатель 2.0 бензиновый, 145 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2010 года выпуска. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Как купил машину, в тот же день поехал купил пороги ST. Брал в ATS тунинг. Покрасили, поставили. Накладка на педаль. При покупке машины не заметил, что нет резиновой накладки на педаль тормоза. Заказал, ждал неделю. Накладки эти только оригинал, аналогов не существует. Теперь езжу, и при каждом нажатии педали тормоза проявляется улыбка на лице. Крутилки-перечки. По-моему, эти крутилки у каждого второго фокуса, но я что рыжий, я тоже хочу такие же. Но если честно, согласитесь, смотрится лучше. Не забываем подписываться, небольшой секрет открою, мы скоро станем ниже. Так что следим, ставим лайки. Решетка ST. Ребята, как вы знаете, мы делаем полностью внешний вид ST. Была заказана решетка радиатора ST. Пришла за один день. Устанавливается без проблем. Трудностей в установке нет. Черный потолок. Решил сделать черный потолок, как у ST. Хочу сделать все сам. Закупил краской, грунтовкой, шкуркой. Краска черная матовая по пластику 3 баллона, грунтовка любая по пластику 2 баллона, шкурки пару листочков. Красил дома, на полу, при открытых окнах. Получилось на 5+. Сам не ожидал такого результата, думал будет хуже. Купил черную потолочную ткань, обтянул. Если честно, ничего тяжелого в этом нет. Забрал потолок, не поставил только ручки, их нормально не покрасить, придется покупать черные ручки. Такое классное ощущение в салоне, уютней стало. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up. Спойлер ST. Увидел на драйве объявление: обмен спойлера ST на стандартный обрубок с доплатой 3000. Недолго думая, приехал, посмотрел. К счастью, что спойлер, что стоп-сигнал оригинальные. Смотрится гораздо лучше, даже в другом цвете. Но ничего, скоро перекрасим, и будет просто булочка. Давно хотел о тонировке, так как предыдущая машина была тоже тонирована. Чувства уюта и тепла, образно говоря, мне не хватало. Решился, едем и делаем все по красоте. Хотел затонировать 5%, но все-таки разум взял дело в свои руки, и вот на передних стеклах 15% светопропускаемости. Давно слежу за LED-лампами, долго думал, ставить или нет. Боялся, что LED-лампы даже днем будут слепить водителей. Но нет, я ошибался, даже вечером не слепят. Но все равно их включаю только днем, как ходовые огни. А ночью езжу с обычными фарами. Я поставил их не для того, чтобы добавить света в неосвещенных участках. Я знаю, белый свет в мокрую погоду вообще не светит. Я поставил их для эстетики. В общем, для вида. Ну, согласитесь, так лучше смотрится. Распорка стаканов ST. Пересев с Opel на Ford, мне с первого дня не нравилась жесткость кузова у Ford.
Может, то, что Opel был третий дверный, а Ford 5 и дверный. Не знаю, в общем. Начал изучать данный вопрос, нашел кучу растяжек, но не хотел под капотом JDM. Хотел, чтобы было все как с завода, никаких синих, красных, зеленых цветов. Нашел оригинальную распорку ST. Недолго думаю, поехал и забрал, тем более по сладкой цене. На новогодние праздники отдал спойлер на покраску, 2 дня и спойлер стоял уже на машине. Вид сразу же другой, папа приобрела законченный вид. Не хватает ST фонарей и бампера с выхлопом. Антихром. Всегда бесил на всех машинах хром. Зачем он вообще нужен? Может, кто-то мне объяснит. В общем, покрасили саблю на капоте и кольца противотуманок. Симметрия заднего хода. Занижение. Давно хотел занижение для вида и для управляемости. Машина стала немного жестче, но комфорт не пропал. Подвеска не стала каменной. Кочки, лежачие полицейские проезжаю спокойно. Позвоночник на сиденье не вываливается. А второе — это вид. Машинка преобразилась. Замерял до занижения и после. Упала на 3,5 сантиметра. Пружины технорессор минус 30. Заодно и поменял шаровые оперы, стойки стабилизатора, рулевые наконечники. Но жопа чуть выше. Теперь мне не нравятся диски, до занижения они смотрелись как-то еще более-менее, а сейчас вообще кажутся маленькими. Все знают, 80% внешнего вида авто — это диски. Да, конечно, это не R18 от ST, но они R17, а самое главное, они оригинальные от Ford Mondeo. Круиз-контроль. Давно уже мечтал о круиз-контроле, еще со времен бывшей машины. Долго думал, заказывать ли с Китая круиз или нет. В общем-то, качество неплохое, кнопки приятные, нажимаются приятно. Убираем задний дворник. Всегда бесили задания дворники на хэтчбеках или кроссоверах, корме Range Rover, у них убирается дворник под спойлер. Приятель подсказал парня, который делает заглушки на заказ по приятной цене, не хотел ставить резиновые заглушки, так как это выглядит как прыщ на лице. После установки дисков от Mondeo, стало бросаться в глаза, что колеса утоплены в арку, меня это дико выводило из себя. Долго думал, покупать 20 мм или 25, все-таки решил 20. И не прогадал, колеса ровно с арками, даже на занижении не цепляет. Всем рекомендую эти приставки. Стоят недорого, а виды машине придают на все 100%. Покупать эти плафоны и сдувать туда диоды, как Тони Айс. Нашел решение сразу с красивыми плафонами и с диодами. Эти плафоны с новой Kia Stinger GT. Проводку протянул к штатным штекерам, активировал функцию, и все готово. Ворсовые ковры. Давно хотел ворсовые ковры. Зимой будут обычные резиновые, а летом ворсовые.
and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. Мечта. Нашел по приемлемой цене бампер костей. Оригинал «Все дела». Бампер с Великобритании. Цена показалась сладкая 10 тысяч. В комплекте были штатные парктроники, противотуманки. Но вот и совершилось чудо. Спустя 4 месяца после установки заднего бампера ST, мы его покрасили. В цвет попали идеально. Все зазоры выставили по заводу. Все-таки оригинал есть оригинал. Все шикарно, но теперь задний диффузор выглядит одиноко без выхлопа. В последнее время стал очень активно ездить, мотора хватает, а вот тормозов нет. Начал потихоньку заказывать запчасти, только оригинал и только новые, колодки не оригинал, так как у Форда колодки говно и стоят кучу денег. Многие напишут, надо было брать литий и керамику, но взбрело в голову взять эти, много читал про тормоза 300 мм. Люди берут с разборок весь комплект, ребят, тормоза бел. Вы серьезно? В общем, все направляющие, все болтики, винтики, шайбочки, защиты, все абсолютно новые, хотя все стоит немалых денег. Собрал полностью комплект тормозов 300 мм. И как ошалелый помчался в сервис. В общем, поставили. Теперь 200 км ездить в пенсионерском режиме, чтобы колодки к дискам прикатались. Прямо пушечный вид. Разницы пока не заметил между 278 и 300 мм тормозами. Так что ждем и катаемся тихо. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby.